20 февраля пройдет отборочный тур чемпионата чтения «Открой рот» 2019-2020. Конкурс состоится в Центре национальных культур в актовом зале в 19:00. На участие заявлено уже около 12 человек из различных организаций. Чемпионат будет проходить 4 этапа. Первый – чтение отрывка из российской прозы, второй – поэзия, третий – зарубежная проза, четвертый – финальный – читает отрывки, отобранные оргкомитетом. Напомним, что победитель получит приз от издательства «Альпина Нонфикшн», а также представит свой поселок на финале конференции чемпионата «Город Екатеринбург». Приглашаем население села Ярсали, да, на чемпионат по чтению вслух среди взрослых. Возрастное ограничение 18+. Желающие участвовать должны зарегистрироваться на сайте Библиоринг и обратиться в центральную библиотеку.